За Олимпийскими играми следила вся наша страна. Каждой нашей медали, и я, и мои коллеги, и все наши граждане радовались по-особенному. Вы молодцы, вы многое сделали уже не только для себя в вашей спортивной карьере, но и для страны. Надеюсь, эти подарки помогут вам выполнить первую часть олимпийского девиза «Быть быстрее». Но, конечно, это нужно делать в рамках правил дорожного движения. Начинается церемония награждения победителей и призеров 23-х Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане. На самом деле, выдающийся результат. Удачи, молодец. Спасибо вам большое.